движения односторонние. Уходить будет неудобно. Прорваться некуда. Видишь, машина недалеко от тебя. Красный? Да, крутой. И еще он бронирован. Здравствуйте, меня зовут Мирохина Дарья. Я принимала участие в съемках фильма «Пряники трех планет». Я снимаюсь? Привет, меня зовут Мазаева Соня, я снимаюсь в фильме «Пленники трех планет. Сила». Пепси. Пьем и наслаждаемся. Да, пять. Мы снимали 5 лет этот фильм. Вот. У нас были в ролях Наталья Захарова, София Мазаева. Они вообще молодцы. Горжусь ими. Вот. Мы снимались везде почти что. И на корпусе. На корпусах, на поле, на речке. Мы снимали эпизоды. Эпизоды там, как сказать? Мы снимали эпизоды на поле. Мы снимали фильм на корпусах, на полянах. И теперь давай здесь клик со мной. Раз, два, три, по чуть-чуть бросаешь. Раз, два, три. Еще разочка. Давай начнем сразу и помните, кто сам. Раз, два, три. А, еще раз. Давай, раз, два, три. Ладно, так посмотрим. Пойдет. Один. Прилетает, прилетает над тобой. Над тобой, над тобой. Прям вверх смотри. Мне понравились съемки, ага. Потому что они были энергичными, эмоциональными. Я многому научилась. Советую вам всем посмотреть этот фильм. Спасибо. Что, прям экран смотри? Да. Так, сейчас. Я... Всем привет! Ладно, всем здравствуйте! Многие собрались, а ты тут? Эй, чуваки, я против! Не, ну на, давай серьезно. Нет, всем привет! Здрасте! Здрасте! Я... Тоже привет! Ой, все, привет! Привет,
Кравченко Надя, и я снимаюсь в фильме «Пленники трех планет». Чё? Давай. Тут поняла, что глаза не голубые, а зеленоватые. Значит, и не ты. Давай еще раз. Нет, я здесь тут. Я здесь тут. Анка. Ты уже брала его. По тексту. Задание выполнено. Боже, и смотришь туда. Три, два, один. В гибели сотрудников обвиняют многих. Задание выполняла Боже. Выполнено. И туда смотрит. А, задание выполнено. Выполняла. Давай еще раз. Многие собрались. Эй, чуваки, а я против. Эй, чуваки, я против. Чуваки, я против. Эй, чуваки, я против. Эй, чуваки, а я против. Надя. Ну, время же идет. Да, чуть-чуть. Ну, можно потом будет обрезать. Да, все нормально. Ну, чуть-чуть обрезать надо будет только по бокам. А по бокам это ладно, фигня, садись. Подожди. Все, теперь веди машину. И не так высоко руки поднимай. Просто внизу держи их. Просто руки внизу держи. Ниже. Вот так. На меня посмотри. Да не так, вот так. Как? Теперь кто-то едет. За тебя кто-то едет. Не улыбайся, серьезно. Заново. Хлопни. И заново теперь серьезно. Чего? Серьезно теперь. Хлопнуть? Нет. Едешь на машине, серьезно. Не улыбайся. На меня посмотри. Начали снимать через спустя через 2 года. Я тут сижу уже 2 года. Начали снимать. Фильм «Пленники трех планет» снимается с 2011 года. Уже вышло 4 части, ну, больше 5. Пятая еще на процессе создания. И 6-я часть тоже. Всего будет 6 частей. То есть 3 части обычные и 3 части 3D. Актеры практически не менялись, то есть те, которые снялись в первой части, они снялись и в 6-й части. Некоторые злодеи, герои, они меняются, кто-то исчезает, кто-то отказывается сниматься, но фильм остается тем же, история остается та же. Это фантастический фильм, это первый фильм киностудии, и 6-я часть станет, наверное, заключающим фильмом киностудии, потому что скоро будет юбилей, и под юбилей мы хотим сделать очень большую коллекцию. Также... Пробуждение силы, пленники трех планет. Сначала пробуждение силы, потом пленники трех планет. Пробуждение силы, пробуждение. Привет, я Марусенко Надя, и я снимаюсь в фильме «Пробуждение силы. Пленники трех планет». Не помню. Тебе не говорили, что ты начинающий параноик? Да она нас... Я снимаюсь в фильме «Пробуждение силы трех планет». «Пленники трех планет». А, «Пленники». Еще раз. Волосики завязать.
Давай. Нет сценария. Говори. Сейчас. Как там? Пленники тропонят? Да, пробуждение силы, пленники тропонят. Хрон? Давай еще разочек. Это на два фронта играть? А мы начали снимать спустя 2 года. Все. Так надо было сказать. Это на два хрон... Привет, меня зовут Мазаева Соня. А дальше говорите. А я думаю, это очень круто. Да она уже совсем определилась. Давай еще разочек. Некоторые сцены из фильма третьей части, возможно, и шестой части, снимались вот здесь. Здесь встречались герои, здесь проходили, может быть, и батальные сцены. Все 6 частей проснимались именно вот здесь и в других частях, да, в городе, в деревне. С 4-й части был принят снимать, решено снимать фильм в 3D, чтобы сделать трилогию обычную и трилогию объемную, чтобы зритель, когда смотрел 3D-версию, он мог погрузиться в происходящее франшизы и почувствовать себя вместе с героями и увидеть ту атмосферу, которая происходила в фильме. Также 5-я часть и 6-я стали фильмами, которые уже были сделаны со звуком Dolby Digital 5.1 для объемного звука, для просмотра на домашнем кинотеатре, то есть и объемное видео, и объемный звук. Я снимаюсь в фильме. Да вы уже поняли. Вот дура. Я снимаюсь в фильме. Не могу, мне смешно. Привет. Нет, так как дура. Привет, меня зовут Мазаева Сон, я снимаюсь в фильме. Все, давай. Стой. Сиди по сторонам. И уходи в сторону любую. Ага, все. Ладно, ладно, все, все, сейчас, спокойно. Привет, меня зовут Мазаева Соня, я снимаюсь в фильме. Что он? Пролезь туда, говорю, а ты тут. Да, а потом сюда. Давай. Привет, собрались, а ты... А ты тут, я сюда говорю? Смотри. Гибель сотрудников обвиняет многих. Потом берет протокол. Давай еще раз. Привет, меня зовут... Привет, у меня плохо на голове все, да? Нормально. Сейчас. Пор разговаривай. Нет, у тебя будет звук в ухе, как будто тот тебе говорит. А-а-а. Не забывай, что это в монтаже добавляется. Вижу 2 полицейских, участок маленький, тихая улица. Да, ты сама осматривайся по сторонам, ты говоришь, что ты видишь. Ну ладно. Саша, у меня глаз вот так, я не могу. Ладно, давай стрелка. Воевать. Отлично. Кто сказал сдаваться? Ну, Соня. А? Давай еще. Привет, меня зовут Мазаева Соня, и я снимаюсь в фильме. Ты Соня! Я забываю, я что, виновата?
Пробуждение силы. Да. Привет, меня зовут Мазаева Соня, я снимаюсь в фильме «Пробуждение силы. Пленники трех планет». Это ты? Ну еще раз, Соня, серьезно. Ладно. Три, два. Ну, улыбайся, Соня. А мне вот так вот делать? Нет. Просто? Да. Говори, коробка. Если не остановишь. Я сказала, она просто стоит. Давай. Так, дальше что? Ты там нарежешь, да? Мы снимаем фильм спустя 2 года. И я думаю, это очень круто. Вообще все классно. Вот. Очень классно. Все. Спорим. Училась хорошо. Но у нас была война на Анка. Она прилетела. Давай еще раз, Соня. Давай. Стой. Посмотри по сторонам. И уходи в сторону любую. Скоро эти фильмы выйдут в коллекционном издании юбилейном киностудии «Морганфильм». И ближе к Новому году вы сможете увидеть сами диски и сами фильмы. Спасибо. Многие собрались. Эй, чуваки, а я против. Это на 2 фронта играть? Насчет контроля нужно подумать, чтобы его отвергать. Бум. Алина, я тебе не... Меня зовут Адам Елена Сергеевна. Какая Сергеевна? Просто Лена Адам. Да какая разница? Хочу всякие. Давай. Меня зовут Лена Адам. Хорошо, что у меня... Привет. Сейчас, Саша. Привет. Прилетает над тобой. Над тобой прям вверх смотри. Ага. На родину один и товарный вагон. Ну ты как? Да, нормально, спасибо. Как там? Пробуждение силы? А. Привет, меня зовут Мазаева Соня, я снимаюсь в фильме «Пробуждение силы. Пленники трех планет». Пленники трех... Привет! Давай. Ну, Соня, ты испортил? Сейчас пройдут. Давай. Устраиваешь погром на... Погром. Давай еще раз. Ты устраиваешь... Я снимаюсь фильмы... Господи! Пробуждение силы, пленники трех планет. Я снимаюсь фильмы «Пробуждение силы, пленники трех планет». Да что ж такое-то, а? Не получается. Потряси, я посмотрю. Я снимаюсь фильмы «Пробуждение силы». Ты смеешься.
Мы уже 2 минуты снимали. Ладно. Посмотрим. Можешь вверх его поднять. Да? Угу. Я снимаюсь в фильме «Пробуждение силы. Пленники 3 планет». Мне очень понравились съемки, потому что они были энергичными, эмоциональными. Я многому научилась. Советую вам всем посмотреть этот фильм. Спасибо. О, Лена, дипломат высшей категории. Могла бы путешествовать. Вижу твоих полицейских. Я не могу. У меня глаз дергается. Бум? Нет, просто бум. Бум. Еще раз. Хорошая улица. Мне съемки очень понравились. Все? Все. Маленький переулок. Ну, Сонь, блин, ну. Да, блин, я слова забыла. А классный. Мышляет кто-то там согласие дает. Давай еще раз. Чу-чу. Я знаю. Пауза. Хотела увидеться. Хотела? Да, классный. Я не могу, как? Красный. Если тварь. Молодец. С оперут. Господи. Ключи. Я не могу. Куда смотреть-то? Просто я тебе хотел только что-то сделать все правильно, и скажи. Куда? Вот тут она ходит перед тобой. Представь, что она вот так вот ходит перед тобой. Ясно? Теперь серьезным лицом. Ты торопилась, сначала запоздилась, 5 секунд отсчитываешь, падаешь, 5 секунд отсчитываешь, говоришь фразу. Давай теперь сначала. Прячься там. Стреляй. Я и так стреляю.